Утро понедельника для рабочих завода «Искра» началось не совсем обычно. На предприятие приехал губернатор Сергей Морозов для того, чтобы встретиться с коллективом. Во время личного приема заводчане могли обратиться к главе области с просьбой помочь в решении проблем. Просили не за себя лично. Большинство тем касалось вопросов общественных, в том числе благоустройства. Уже работает в этом году 600 человек. В прошлом году было 500, в этом году 600, почти на 100 человек добавили. У нас, значит, это производит продукцию вот за прошлые там 8 месяцев, за это 8 месяцев на 500 миллионов рублей, на полмиллиарда. Понимаешь? А начинали, мы помним, завод был закрыт со всеми вытекающими властями, осталась одна охрана, да, так сказать, там и вот несколько руководителей, которые прям оберегали всех. Такие высокие показатели делают предприятие важным для развития экономики региона. Поэтому губернатор поручил серьезно отнестись к вопросам заводчан. Максим Ефремов обратился по поводу состояния ульяновских дорог. Это традиционно один из вопросов, который вызывает множество нареканий. Делают дороги. Долго в том, что делают, не доделывают дороги где-то, в частности, вот как я сказал, на перекрестке Жаркевича и Бульвар Архитекторов и на улице Льва Ушевского. Как сказал глава города Сергей Панчин, в этом году будет доделан ямочный ремонт на отрезке улицы Любови Шевцовой до поселка Мостоотряда. Капитальный ремонт сделают уже в следующем году. А вот на перекрестке в микрорайоне Искр глава области решил съездить сам и посмотреть, что там нужно сделать. Еще один традиционный вопрос – содержание многоквартирных домов. В этот раз была озвучена проблема дома номер 60 по улице Ватутина. Это ремонт кровли и ливневая канализация у нас с проспекта Нариманова. Все стекает, поскольку рельеф позволяет воде стекать вниз и течет все к ним в подвал. Вопрос решился на месте. По словам министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрия Вавилина, кровля будет восстановлена подрядчиком до 15 сентября. Чтобы защитить подвал, уже сделана новая отмостка. Также будет прочищена на этой неделе засоренная труба водоотвода, что позволит воде не стекать к дому. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости дня, Ульяновская правда.